И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас будет обзор на новый Twins Blaster. Тот самый Twins, который, по сути, наверное, ничего не дает, да, кроме как самого эффекта выстрела. Когда-то у нас в игре появлялся такой же самый бластер, только на рикошет. Я тогда на него вообще никакого акцента не делал, как-то обошло стороной меня, может быть, да, на тот момент времени, то ли у меня времени самого не было, то ли что-то еще произошло, но в любом случае, сейчас мы вместе с вами затестируем новый Twins с бластером, посмотрим на его звук, посмотрим на то, как он вообще в бою себя будет проявлять, и... Вчера нам сказали, что как раз-таки бластер будет эффект и иметь дополнительный точный вид, как раз-таки с турбоускорителями плазмы, поэтому опробуем сегодня вот такую вот дичайшую суету на викинга Твинсе с изумрудиком, кислота, только просто изумруд, и с как раз-таки бластером. Сыграем, может быть, одну матчмейкинговую катку, может быть, просто рассмотрим бластер, не играя бой. Я выскажу свою точку зрения по поводу этого бластера, потому что мне лично интересно, как это дело работает и насколько вообще интересный этот эффект. Все-таки, по сути, это, грубо говоря, текстурка, да, со звуком, но насколько она сочная, эта текстурка, сейчас мы вместе с вами разберемся. Ну и если вам нравятся подобного рода обзорчики с хорошей, быстрой скоростью выхода, то обязательно не забывайте поддерживать видос лайком. Ну и писать в комментариях, конечно, что вы думаете по этому поводу. Ептить! Это что за суета? Блин, так это если взять рикошет с Гелиусом, с бластером, это тоже будет такая темочка? Ептите, ну это какая-то уже стрелялка, какой-то боевой шутер уже тут начинается, если честно. Ептите. Вот это звук. Ептить, вот это звук жесткий выдает, конечно, твинс. Но если я думаю, что брать не турбоускорители, и твинцы будут лететь помедленнее, там не будет такого прям жесткого эффекта. Как раз таки с турбоускорителями этот эффект становится прям супер пауэрренджерский какой-то. Блин, но это выглядит очень грязно. Выглядит очень грязно, очень эпично. Если бы еще бы турбоускорители бы плазмы находились бы в мете, это устройство реально было бы жестко. Выглядело бы это максимально эпично. Это бы выглядело прям супер круто. А так как твинс на бластер на сегодняшний день не является чем-то жестким и необычным, то я бы не сказал, что это комбинация, которая будет популярна. Но как просто фанчик, это жестко. Как просто фановая темка, это выглядит прям супер круто. Ну и звук такой, я бы сказал, наверное, непривычен. Непривычен, очень непривычен для меня лично. Я хоть и не склонен к всяким таким вещам, да, к именно эффектам, каким-то там скинам. Но все равно выглядит очень-очень прикольно. Выглядит очень прикольно. Таким супер необычным звуком. Так, по катке у нас 4 минуты до конца. Запикало меня на шоссе. Ну и давайте под рабочий овердрайв, когда он у меня сейчас появится, попробуем что-то здесь грязное произвести. Нифига себе, сплэш-урон жесткий. Офигеть, вот это сейчас был сплэш-урончик там. Вкусный залетел. Криты, конечно, у этого устройства имеются неплохие. Но вот помощи на атаку у меня, к сожалению, нету. Ну, пиу-пиу-пиу конкретный пиу-пиу-пиу происходит. Резистов от веса в матчмейкинге тоже нету. Поэтому у нас есть еще 4 минуты, чтобы постараться как раз-таки выиграть этот бой. Ну, все-таки я же не просто так запикался в него, правильно? Поэтому давайте пробовать его выигрывать. 90% овердрайв. Я, кстати, не знаю, что с турбоускорителями под
овердрайвом будет у меня? Будет ли какое-то дополнительное преимущество или его не будет? Наш Васпик пытается увозить, но у него, я так понял, что не получилось. Да, и в меня сразу несколько скорпионов накидывают урожу. И я улетаю, к сожалению, на респ. Овердрайв у меня появляется. Плюс овердрайв на центре снизу. Если будет возможность, то сейчас как раз-таки мы заберем овердрайв и возьмем еще один. Да, мы так и делаем. Смотрим. Какая тут грязючка. О, а урон какой становится. Какой урон становится с турбоускорителями под овердрайвом викинга. Так, ну тогда нам нужен заход через верх. Нам нужен заход через верх. И звук тоже немножко меняется, я так понимаю. Звук тоже немножко меняется. Становится еще более резким. Так, наш тиммейт пытается увозить. Упал вниз. Играем под него. 100%. Играем под него. Блин. Нет, только не возврат. Отлично. Играем подбор. Отлично, супер. Великолепно, страховочка от тиммейтов рабочая есть. Так, и кто вез этот флаг? Я не видел, кто вез этот флаг. Я бы скинул бы флаг этому молодому человеку, но я особо не посмотрел. Так, 1-0 за 2 минуты до конца. Супер, так мы сейчас еще и эту катку выиграть можем. Так, этот молодой человек, я думаю, что овердрайв свой уже не прожмет. Когда он видит такого жесткого опасного бластера, я думаю, что он уже боится. Он уже боится нас. Так, здесь мы вжимаем овердрайв и смотрим на грязючку. Смотрим на грязючечку! Ай-яй-яй, чуть-чуть раскукурузило меня, если честно. Эпично, если честно. Если честно, выглядит очень эпично, необычно. Так, ну, это минутка дефа. Что я вам могу сказать? Это минутка дефа. Остается минута 20 до конца боя. Противник будет пытаться сейчас увозить. Надеюсь, что этого мы молодого сольем. Надеюсь, что я ему наношу больше урона, чем он мне. Ой, чем он хилится. Он уходит. Он уходит! Хорошо! Добавкин! Блин! Походу доставят сейчас. Или наши увезли. Надеюсь, что наш увез. Да, наш увез. Минута дефчика, аккуратного дефчика. Брат, может скидочку какую-то, я не знаю, там что-нибудь придумай, брат. Придумай, брат, скидочку. Хорошо, магнум накидывает, 40 секунд дефа. Остается 40 секунд дефа в этом бою. Мы точно должны задефать этот флаг. Нам нельзя проигрывать, мы на бластере. Бластер просто супер грязный. Супер грязный бластер, поэтому нам надо аккуратненько. Миночку здесь чуть-чуть вперед поставим, если вдруг нас решат запушить. Так, сменяем траекторию, потому что противничек уже понимает, что я находился под другим углом. Мы резко меняем траекторию на другой край. 10 секунд до конца. И это победочка! Первая на бластерочечке. Выглядит максимально эпично. Честно вам скажу, выглядит максимально эпично. Если бы еще бы Твинс на сегодняшний день бы находился бы в другой мете и показывал бы более сочный и жесткий результат, то это было бы максимально, просто максимально эпично и максимально жестко. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу этого эффекта выстрела. Да, по сути, оно не дает никакого дополнительного вам преимущества в бою. Это не какое-то устройство. Это просто эффект выстрела для красоты. Такой же, ну, плюс-минус, как, ну, тот же кризис XT-шный, да, то есть. Но придает какие-то дополнительные эмоции, вид. Ну и, конечно, хотелось бы узнать вашу точку зрения по этому поводу. Я скажу, что прикольно. Необычно. Хоть я и к таким вещам отношусь довольно-таки просто, но именно этот твинс выглядит прикольно. Ну и, наверное, это еще связано с тем, что как раз-таки бластер на рикошет я не помню, чтобы я обозревал и чтобы я записывал. Хоть он у меня на моем спецаке и имеется. Поддерживайте обязательно данный видос лайком, если он вам понравился. Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывать про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мой личный тег — это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.